Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске лунатический пазл, лего-экшен, злые курицы, новая головоломка, роботанцы и настоящий стелс-боевик. Приступим! Бэк-ту-бэт — это очень необычная, сюрреалистично-фееричная, депрессивно-беспорядочная, короче, игропазл. Ваша собачья роль, если это можно назвать собакой, заключается в том, чтобы помочь хозяину, страдающему лунатизмом, благополучно добраться до своей постели. А делать мы это будем, используя свои мозги, передвигая яблоки, останавливая одноколесные часы и бегая по потолкам и стенам. LEGO Star Wars The New Yoda Chronicles — это набор веселых мини-игр по легендарной вселенной Звездных Войн. Выбирай сторону Йоды или Лорда Вейдера и вперед! Прими участие в космических битвах и сражайся на световых мечах. В этой игре возможно все, что только можно пожелать. Прыгай, бегай, летай, стреляй и получай удовольствие. Разработчики компании Royo вспомнили о половой дискриминации и создали новый симулятор птиц-камикадзе для представительниц слабого пола. Angry Birds Stella. Розово-нежно-гламурной птичке Стелле и ее подругам предстоит уничтожать свиней привычным способом. Каким? Ты знаешь сам. Тебя ждут новые 120 уровней, в которые могут сыграть как девочки, так и странные мальчики. Shapest — это очередной пазл, предназначенный для уничтожения времени и улучшения твоей самооценки. Конечно, ты у меня самый умный, ведь ты пройдешь эту сложную головоломку. Перед тобой разные формы фигуры, которые нужно разместить так, чтобы динамическая прямоугольная фигура в центре осталась пуста. Как всегда, с каждым уровнем задача будет усложняться и приносить тебе все больше мучений и страданий. Созданных, кстати, чтобы развлечь тебя, мазохист. Robot Dance Party — это крутая ритм-игра. Вам предстоит танцевать до короткого замыкания, ведь здесь танцуют только роботы. Собери свою уникальную консерву из сотни запчастей, каждая из которых будет давать вам новые способности и движения. Тапами и свайпами по экрану ты будешь приводить в действие своего робота, выполняя сложные движения и комбо. Стань королем робот-танцпола! В Counter Spy вы выступаете в роли шпиона. Восток и Запад угрожают мировой войной. И перед каждым заданием тебе предлагают выбрать, куда же ты отправишься. В условное СССР или условное США. Задача шпиона — выкрасть у обеих держав чертежи ракет. Причем делать это необходимо в режиме стелс, беззвучно вырубая врагов. Но если что-нибудь пойдет не так, гул сирен заставит вас выходить из ситуации быстро и решительно, истребляя всех, кто попадается на пути, дабы отменить запуск ракет во что бы то ни стало. В игре шикарнейшая графика и неотрывной геймплей. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Мужик, будь мужиком, блять. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.